Сегодня мы приехали в Столив, что находится в Бока-Которской, с планом посетить горный Столив. Вот там вот находится Перост. Такая вот тут красота. С таким невероятным видом люди живут тут уже сотни лет. Вот там вот, в глубине бухты Котор. Идем вот с Ирис, с Илюхой. Илюха у нас тот еще путешественник, стильный парень. Кстати, нам где-то тут поворачивать. Вот тут у кого-то во дворе растут киви, которые даже человек не собирает, они просто падают на землю. Вот это вот все киви наверху. Привет, ослик. Можно нам пройти? Мы начинаем наш путь, подъем к горному Столиву. Туда идет достаточно удобная тропинка. Еще не доходя Столива, с местного кладбища открывается уже вот такой вид. Очень многие могилы родившихся в 900-м, 910-м, 915-м годах. Мы потихоньку подходим к этому городку. Вон уже видно вдалеке дома. И уже отсюда открывается вот такой вид на бухту. Вообще, первые упоминания об этом поселении датируются 1320-ми годами. То есть 700 лет уже существует. Вот Илюша наконец-то дошел сюда. Давай. Ну как, дотопали? Нормально? С легким паром. Да, наверное, сейчас. Вид, конечно, тут обалденный. И жители знали, где поселиться. Коровушка. А вот и коровушка. Коровушка. Му. Что тут написано? Так, Густьерна Обчинска Граена Угодину 1877. Надо узнать, что это такое. Ой, посмотри, какой заброшенный дом. Вот чей-то, да, заброшенный дом. Значит, тут кто-то жил с таким шикарным видом. Внизу находится Доньи Столив. Вот, а тут... Тут горный. Конечно, этот город выглядит немножко получше, чем горное Ластво. Там вообще дико, а тут очень даже населено. Я думаю, что жители этого поселения, с сожалением, покидали его. Таких видов, наверное, больше нет. Одно слово приходит на ум, когда смотришь это все. Unbelievable. Невероятно. Veoma lepo. А поднялись мы, кстати, вон оттуда аж. Да, вон наша машина стоит красная, на которой мы подъехали сюда. Вау. Вот эта вот башня, которая доминирует над всем поселочком, она построена была относительно недавно, в 18-19 веке. В отличие от вот этой церквушки, которая была построена тут в веке 15.
написана дата постройки 1833 Anno Domini. Церковь закрыта. Там вот написано что-то. Пробуем рассмотреть. Иван Альви Зуфранович. В полу тут могилы, в которых захоронены люди. Достаточно старые. Вон 1900 год. Стоят венки. Вот написано на церкви «Дом». «In honorems eli profete redificatum restauratium vero». Слава святого Ильи. Вот в этих домиках, наверное, раньше жил настоятель церкви, служащий ее, часовенка. И вот каждый день они встречали с таким видом. А проникли мы в церковь, вот так, перелезли через забор. Да, могилу тоже видели. Вот я сейчас могила. Это могила, это могила. Там вот тоже какое-то поселение. Что это? Крепость. Что там, Илюша? Гремит гром? Пора нам бежать отсюда? Да. Но только мне надо. Что? Что? Мне нужно взять тюбик! Ура!